Парламентская ассамблея ОБСЕ может признать Россию оккупантом. Это предусматривает проект резолюции, который должны рассмотреть участники 26-й сессии организации, стартовавшей сегодня в Минске. В документе, в частности, предлагают признать, что определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем российских гибридных сил. Авторы резолюции также призывают Кремль прекратить оккупацию Донбасса и Крыма и придерживаться минских договоренностей. РФ, как государство-оккупант, должно обеспечить беспрепятственное передвижение мониторинговой миссии ОБСЕ по захваченным территориям. Сессия в белорусской столице продлится до 9 июля. Ожидается участие 700 гостей, в том числе 300 парламентариев из стран Европы, Азии и Северной Америки.